День ВМФ в самом сердце Морфлота. Гости из Уральского федерального округа, в том числе и глава Зауралья Олег Богомолов, в минувшие выходные побывали на Украине. Севастопольская бухта стала местом проведения совместного парада кораблей и воинских подразделений российских и украинских моряков. Свои корабли, такие как «Ямал», «Ладный» и «Сметливый», продемонстрировал и Уральский федеральный округ. Основные события развернулись на площади Нахимова и Графской набережной. Участники праздника возложили венки к мемориалу защитников Севастополя времен Великой Отечественной войны. Дань памяти воинов отдали представители украинских властей, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских, главы некоторых субъектов, а также посол России в Украине Михаил Зурабов. Во время праздника курганский губернатор и представители Севастопольского и российского морфлота договорились о дальнейшей помощи подводников в обучении зауральских кадет. Мы в Кургане сегодня в рамках подготовки кадетов наших ведем подготовку. Значит, подводников ребят, мы этой работой занимаемся. Я думаю, что им будет интересно, когда к ним будут приезжать профессионалы своего дела, которые просто не теоретически, а практически знают, что такое подводный мир, что такое подводная работа, что такое водолаз, что такое подводник, который выполняет особое задание и так далее.